Вы знали, что не на всех телефонах есть вот эта вот настройка включить World LTE, использовать LTE для улучшения качества голосовых вызовов? И вы зайдите, вот смотрите сюда, вот настройки, найдите пункт сим-карты мобильной сети, выберите любую сим-карту, и у вас должно быть включить LTE. Если есть, включите. Как эту вот вообще активировать вот эту вот настройку, чтобы она у вас тоже была на телефоне? Это очень просто. Заходим просто, смотрите, в звонилочку на своем телефоне и набираем секретную комбинацию, которая есть абсолютно на любом телефоне. Звездочка, решеточка. Набираем 86. Один раз 86, сорян. Дальше 58.3, 58.3. И теперь наоборот, решетка, звездочка, решетка. Поставьте на паузу, перепишите, звездочка. Это мы выключили. Точно так же включаем звездочка, решетка. У меня же была включена 86, 58.3, решетка, звездочка, решетка, звездочка. Disable. И она у нас включилась. Теперь проверяем, заходим в настройки сим-карты мобильной сети, выбираем сим-карту, и у нас включить в LTE есть этот пункт. Активируйте, и связь, и интернет будет куда лучше. Пользуйтесь.